Памятные банкноты национальной валюты являются законным платежным средством и не имеют срока завершения хождения. Об этом напоминают представители западно-казахстанского филиала Национального банка Республики Казахстан. За отказ в приеме, размене и обмене таких банкнот предусмотрена административная ответственность. Субъектам малого и среднего предпринимательства или некоммерческим организациям за первое нарушение выносится предупреждение. За повторное нарушение в течение года грозит штраф от 5 до 25 МРП. В приеме, размене и обмене банками и национальным оператором почты предусмотрена санкция в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей. К памятным банкнотам относятся банкноты номиналом 20 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, 2 тысячи и 1000 тенге, выпуск которых посвящен знаменательным датам и событиям в истории Казахстана. К примеру, 25-летие и 30-летие независимости Республики Казахстан, 15-летие введения национальной валюты тенге, 7-е зимние азиатские игры 2011 года, председательство Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году, председательство в Организации Исламской конференции. Кроме того, памятной является банкнота, посвященная памятнику тюркской письменности Күлтегін. Необходимо отметить, что все памятные банкноты являются законным платежным средством и не имеют срока завершения хождения. Из оборота они изымаются по мере их естественного износа. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Если у вас не приняли памятные банкноты, необходимо обращаться в филиал Национального банка Казахстана. Специалисты рекомендуют снимать на видео, либо требовать письменное обоснование отказа в приеме таких банкнот.